А, она уже идет? Да, это видео. У меня теперь есть корона. Доброе утро! У нас сегодня будет курс известной сербской преподавательницы Коцка Бояна. Я оставлю ее инстаграм здесь, если вы не слышали о ней. Она делает совершенно сумасшедшие экстремальные формы. Дракон, триангл, рыбка. Я, честно говоря, все названия еще не запомнила. Но, в общем, мне очень она нравится. Давно за ней слежу на инстаграм. И всегда хотела к ней попасть. И вот так получилось, что компания Нелика предложили мне переводить для этого курса. Так что я буду в роли переводчика. Ну, естественно, я буду все подсматривать. И кое-что, какие-то моменты покажу вам, как обычно. Так что пойдемте заниматься. Вот так выглядел учебный процесс. Один день мы изучали разную форму. Все работали на себе, создавая эту красоту. Сначала моделировали гелем, затем пилили. И еще пилили, и еще пилили до тех пор, пока результат не устраивал всех. Затем делали покрытие, иногда делали втирки и украшали это. И получалась примерно вот такая красота. Бум, красиво. Тебе нравится? Да. А у кого кисточка серебряная? Пойдешь так? Конечно. На улицу? Конечно. Ты думаешь, я снимать, что ли, буду? Сейчас замотаю второй палец. Мне еще работать. Покажите, какие вы ногти сегодня сделали. Сюда, сюда. Вот идите, поедем, едем. Баяна? Поделитесь вашими ощущениями, пожалуйста. Я даже не могу словами передать, как мне нравятся эти ногти просто. Что ты показываешь? Злыни. Факт. Какой факт? У меня не будет, я тоже могу. Да? Ну что такое-то? Видео-селфи, подожди. Я для видео-селфи без... Блин, да посмотрите вы, что у меня кусочки. А вы этого выиграли с видео-селфи, чтобы не надо готовиться, потому что она уже идет. А, господи, она уже идет? Да, это видео. Фото вдвоем? Это видео, да, присоединяйтесь. У меня теперь есть корона. О, смотри, кстати. Поярче. В один из дней все работы были украшены с помощью аэрографии. И делала это вот эта девушка по имени Виктория, настоящая волшебница аэрографа. Я оставила ее инстаграм, где вы можете посмотреть ее работы. Кстати, она проводит и обучение тоже. Так что в тот день всем крупно повезло. Мне кажется, грамотный дизайн очень здорово подчеркивает вот эти красивые экстремальные формы.
Я специально ждала, чтобы снять именно этот момент, как все рассыпаться. Обалдеть! Красота! Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу! Супер!